В жаркие летние деньки за перцем нужен особый уход, чтобы сохранить хороший урожай. Поливать лучше всего 2 раза в сутки по утрам и вечерам и всегда держать грунт умеренно увлажненным. В сильную жару вообще увеличиваем частоту полива до 3 раз в день, но в солнцепек поливать не нужно, поскольку сильное испарение повышает влажность и подвергает растения риску разных заболеваний. Оптимальная влажность для перца около 70%. Поливать необходимо именно под корень теплой водой, не меньше 22-23 градусов по Цельсию. Но главным фактором защиты является опрыскивание растений по листу гуматом калия. Это средство укрепит иммунную систему растения и защитит от всех неблагоприятных погодных факторов. На 1 столовую ложку концентрата гумата калия необходимо взять 10 литров воды и провести опрыскивание через пульверизатор. Полить таким раствором по перцу тоже можно. В этом случае разводим 2 столовые ложки на ведро воды и поливаем непосредственно под корень растения раз в 2 недели. Такие подкормки укрепят кусты перца и принесут растению и плодам огромную пользу. Есть еще одно средство для защиты перцев от жары, когда растение начинает сбрасывать листья и завязи. Попробуйте развести на 1 ведро воды чайную ложку борной кислоты и тщательно опрыскивайте по стеблю и листьям со всех сторон. Также очень важно правильно замульчировать почву рядом с перцами с помощью травы, сорняков и соломы. Это поможет сохранить влагу в почве, защитить ее от пересыхания, а также дать перцу дополнительные микроэлементы. Такие нехитрые меры помогут даже при жарком лете собрать хороший урожай.